Всем привет, с вами Нильфгорн, это игра Skies Saga. И я продолжаю в ней исследовать, ходить, путешествовать. И я прям, вот честно, я вот делаю шаг, и я все больше и больше в шоке от этой игры. Потому что в последней серии вы видели, как я увидел замок, и я сразу к нему прибежал, такой довольный, думаю, круто, посмотреть нужно. Прибегаю, такой бегаю, хоп, монстр появился, точнее не монстр, а такой тигр в доспехах, враг. Я его убил, все отлично, дальше иду, смотрю, какой-то дядька такой большой, большой такой, с молотом, такой, думаю, ох, сейчас я ему наваляю. Ну, короче, подбегаю, он меня с двух ударов убивает, и я появляюсь обратно, как бы, на этом же острове. Единственное, что без лута, так сказать, и заново, в общем, мне дают возможность пройти. И я решил, что в этот раз нужно как-то более существенно подготовиться, поэтому я сегодня буду добывать, ну и рассказывать об игре, и пытаться еще что-то новое найти. Во-первых, я нашел несколько ресурсов, это вот этот ресурс, это вроде бы медь, сейчас даже, это даже золото, это еще круче, и немножечко железа я нашел. Это очень хорошо, потому что железо-то поважнее будет в данный момент, чем золото. Так, и мне нужно немножечко наверх забраться, я бы хотел так как-нибудь, давайте сделаем так. Забрался прям в ближайшие пещеры, начал их исследовать, добывать, и я говорил о том, что есть задание, вот, допустим, найти еще мне 3 тыквы, скрафтить еще один 6 факелов, там 13 бумаги. И вот здесь вот есть такое вот 10 фрагментов чего-то скрафтить, да, и железных пластин Harvest Metal Ore 48. Так, вот, честно говоря, как вот поставить перед. Как-то не пойму. Вот поставился. И опыт за это все дают. Опыт дают. А вот куда он идет? Да что ж такое? Спадает прям так непривычно немножечко удерживать. Да что ж вы издеваетесь, что ли? Блок. Еще сейчас вот здесь вот один блок поставим, потому что вот так будет. И нажав на букву У, то есть где все показаны, я увидел вот эту надпись «Скиллы». Ребята, вот эти скиллы, ну давайте вот майнер откроем. То есть, я так понимаю, это же переводится «шахтер». И здесь вот, чтобы получить немножко к опыту, вот есть задание. Также вот, допустим, «Воин, пожалуйста». Это, ребят, очень круто. Это прям... Я понимаю, что эта игра, то есть позиционирует себя как MMORPG, это очень... Да что ж такое-то? Все, по-моему, все, я всю руду здесь, в этой комнатке вырыл. То есть позиционирует себя как MMORPG, но все равно, ребят, это же очень круто, блин, чтобы вот в песочницах был какой-то уровень, то есть это шикарно. Я... такого нет, видел, но здесь это как-то реализовано очень уж очень классно, наверное. Я слова не могу подобрать правильного, некрасиво даже, а вот именно как-то так грамотно очень подходит этой игре, то есть вообще подходит жанру песочницы. Так, вот там вот у нас, значит, выход, а мне нужно еще материал. Я вот там вижу что-то, там кристалл. Кристалл зеленый я уже И волк! Волк в пещере! Что ты тут делаешь? Тут должен быть какой-нибудь гоблин. Врагов, кстати, можно определить по... Мясо и клык мне дали. Смотрите, мне клык дали.
берем квест, я не знаю, скорее всего, по добыче еще клыков. Там вон что-то желтенькое светится. Так. Ну вообще мне нужно, конечно, кристаллы — это хорошо. Кристаллы — это хорошо. Кстати, как раз таки задание, похоже, есть. Ведь я вот нашел такой вот кристалл. Из него можно будет как раз таки крафтить. Я видел, помню. И Metal Ore. Отлично. Шикарно, шикарно. Чуть ниже давайте будем спускаться, смотреть, что здесь. Кости. Так, ресурсы, ресурсы, ресурсы. Отлично, будем здесь копать. Так. И, ну это вот только это золото, а вот, честно говоря, мне бы не золото, а металла нормального. А так как я деревья забыл срубить, то у меня и факелы кончились, потому что я не могу их скрафтить без Harvest Metal. А, то есть здесь надо было просто металлы и крафт 10 rods добыть. Скрафт. Задания обновляются, они еще к тому же вообще очень круто. Так, с факелами как-нибудь, с факелами. Ну вот я не могу факелы крафтить, потому что для них нужно дерево. Давайте заберем один факел, потому что без освещения, как видите, вообще ничего не видно. И выберемся наружу, нарубим сейчас несколько деревьев, и тогда можно будет уже с полной ответственностью обратно идти в пещеры, добывать ресурсы. Так, еще бы самое главное не заблудиться. Так, вот точно не туда, потому что я помню это свечение. Так, вот где-то вот я вижу вроде бы вот там вот проход. И так как здесь никакой лестницы, по крайней мере, я не видел, то сделаем лестницу сами. Пригодится в любом случае, потому что пещера будет использоваться, наверное, частенько, пока я ее всю не исследую. А исследовать тут, наверное, придется очень много. В принципе, и крафтить можно прямо начать в самой пещере. Хотя я так посмотрел, что желательно печки-то вот это все перенести-то не получится, потому что у них нет вот этого переноса. И они не ломаются. Установил, ты их установил один раз, и все. Так. Здесь и так естественный выход был. Ну ладно. Так, отлично. Прыгает он на два блока. Это радует, потому что не будет проблем с прыжками. Как можно больше деревьев. Я выпущу несколько серий прям подряд, пока вот мне самому не надоест, грубо говоря, буду выпускать эти серии. Вы можете, наверное, я, ну, не в один уж день все выпущу, ну, по две в день, наверное, буду выпускать. Или как-нибудь так, чтобы как можно побольше в краткий период времени узнать об этой игре, рассказать о ней. Как-то так, наверное, я буду это все делать. Так, очень много досок, очень-очень много листочков еще. Ну, прям вообще... Зачем их так раскидывать-то вокруг себя? Так, и мне нужны факелы. Факелы, как раз задание на факелы есть. По три штуки. 0,1 секунду крафтится. Но как-то это все медленно делается. Нет, вру, их не по три штуки крафтится. А... Смотрите, сразу, то есть показано всегда 6 заданий. Как я выполнил одно задание, сразу появилось следующее. Хорошо, будем иметь в виду. По 12 штук, что ли, их крафтится. Так как-то, нет. 49. Да, по 12 штук факелов делается. А, 3 доски нужно. Все понятно. На это. Так, отлично, отлично. Меня это радует, очень радует. Так, вуд рот. А зачем вуд рот, интересно, нужно? Давайте скрафтим, да? Почему бы нет?
по 9 штук сразу крафтится. Отлично, отлично. Так, в принципе, кстати, если так подумать, то у меня железа уже вполне достаточно. Нет, железа-то как раз-таки у меня вообще нет. 3 штуки, у меня есть только золото. А помещение, то место, где я хотел бы начать строиться, оно довольно-таки далеко. Поэтому давайте мы немножко побегаем, поисследуем. То есть я покопал, теперь надо поисследовать. Вот я был в этой... Изначально я был здесь, но вот наверх я не смог забраться, потому что, да, потому что здесь было... Не было лестницы, а так как я люблю, чтобы все было красиво, я просто сейчас сам здесь сделаю лестницу, а не буду делать столб, как кто-то вот уже здесь построил. Хоп, и вот лестница. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, сундук. Ну, уже открытый и кем-то найденный. Да, здесь вот так же можно находить сундуки, об этом я уже говорил. Ну, и еще сундук, конечно же. Но я надеялся, вдруг здесь каждый сундук для каждого человека. Но, оказывается, нет. То есть, надо будет... Кто успел, тот урвал. Будем иметь в виду, будем это знать. То есть, если видим какую-то постройку, то надо быстрее бежать. В первую очередь, самому исследовать любым способом, пытаясь найти там сундучок. Так. Ну, А, нет, это не сундук, это... Непонятно что. Вот сундук, вот сундук. Но он уже облутанный. Жалко, печально. Разобранный пол зачем-то. Не понимаю, зачем разбирали пол. Очень классно все сделано здесь. Здесь я так же смотрю. А вот еще сундук. Что-то порушили зачем-то все. Вот еще сундук. И вот что-то нашли. Нашли ткань. Это очень хорошо. Меч! Iron Dagger, точнее, даже не меч, а Iron Dagger. Это, ребятки, просто шикарно. То есть, по крайней мере, у меня теперь есть... Так. Теперь у меня есть хотя бы оружие какое-то. Это очень отлично. Смотрите, печки, которые, так сказать, поставлены рандомно или поставлены кем-то другим, похоже, я ими не могу пользоваться. Прикольно. Постройки тоже здесь очень интересные. Так, ну кроме вот этих двух зданий, замка и... Овечка. И еще вот замок, в принципе, и здание на болоте, так скажем. Потому что вот оно, вот это вот здание на болоте. Больше я здесь ничего не видел, никаких зданий. И, кстати, если так посмотреть, то на этом острове больше никого нету. По крайней мере, ников больше не видно никаких. Ну-ка, как у нас выглядит... А, именно даггер, то есть он его и держит как даггер. Давайте перевернем. Вот прям, то есть... И атака быстрая. Очень, с куском мяса в правой руке. С даггером в левой. Так, я вот вижу... Как... А, это не постройка, это как раз-таки место появления. То есть мы здесь вот появились. Притом разрушить это место нельзя. Давайте тогда вот в том направлении сбегаем, посмотрим, что там. Тоже очень интересно. А, здесь, наверное, уже все. Предел мира. Будем иметь в виду. Кстати, вот у меня здесь наверху написано. Вот это что такое? Вот это что такое? Нет, это вода, значит, ребятки, это все-таки вода, это не пространство какое-то, в которое вы можете провалиться, это именно вода. Вот, видно, что прям здесь вот песок, что ли, это что такое, я не знаю. Скорее всего, что-то типа песка. То есть вы, если... Пожалуйста, а ну-ка. Ребятки, это просто круто. Мы еще и плавать можем под водой. Ох, ребята, ребятки, я прям вообще в восторге от этой игры. Так, оп, собираемся. Все, выбрались. Я в восторге от этой игры. Я просто в восторге. Это очень круто и очень впечатляет.
В замок я не пойду, потому что там страшный дядька. Он мне наваляет опять. Убьет меня. Я хочу исследовать немножечко остров вокруг. Прям. Но думаю, все. Конец. То есть здесь тоже можно нырнуть. А не просматривается, но все равно можно нырнуть. То есть и плавать. Это круто. Это реально круто. Ребятки, эта игра... Она победит Майнкрафт, если ее не забросят, конечно, и будут развивать, именно развивать, не ведут какого-то доната там или еще что-нибудь, и она будет доступной, то есть не будет там стоить 1500 рублей, но хотя бы там, пускай она будет платной, но будет хотя бы рублей 100, 150, 300 даже стоить. Это вполне хорошая цена, и в нее массово народ пойдет, вот просто массово. Я не говорю о каких-то там школьниках или там... Люди, которые любят такие игры, любят Майнкрафт, они пойдут в эту игру и будут в нее играть. Вот факт. Вот просто вот... Вот даю зуб на отрез. Я не знаю, как еще сказать, чтобы... Вот передать вот эти вот чувства, которые меня... Бурлят, так сказать, во мне. Так, давайте все-таки... Нет, я буду добывать железо. Пойдемте обратно в пещеру. Потому что даггер есть... Еда есть, можно, в принципе, пополнить едой жизнь. То есть, еда это именно пополнение жизни. То есть, хоп, немножечко пополнили и пойдем добудем. Потому что мне также интересно скрафтить и... Где тут моя лестница искусственная? Также интересно и посмотреть, есть ли здесь еще дополнительные кирки или как-то... Так, вот руда. Ну это опять, это же... А нет, вот это вот вроде железо. Да, вот это железо, отлично. Как видите, далеко не просматривается. То есть темнота, она реально глухая. И вам уж точно темно, а мне... Ну вот, и мне тоже как бы темно. То есть классно, тень вообще шикарный. То, что я немножко сбоку, и факел как бы вот в правой руке, он за этот угол заходит, и тень видно. Вот отлично сделано, просто вот тени здесь вообще шикарные. Это... Не в каждой игре такое бывает, ребятки. Я советую очень всем. Сразу говорю, что это всего лишь бета-версия, то есть бета-тестирование этой игры. Я сам играю, можно сказать, благодаря одному человеку, который мне дал его имя Андрей. Фамилии я не буду говорить. То есть еще раз я вот повторяюсь, огромнейшее ему спасибо, что вот он дал свой аккаунт для того, чтобы я смог поиграть. Это... Просто я вообще в шоке от этой игры. Сам процесс такой, он, ну как бы не то, что стандартный, он похожий на Майнкрафт. И вообще на многие песочницы этого жанра. Но если ставить рядом Майнкрафт и эту игру, это просто небо и земля. Да, я не спорю, Майнкрафт, он, ну, это старая игра, так, ну, если по годам, да, смотреть, это старая игра, я не спорю, я ничего против этого не говорю, но и также я могу сказать, что Майнкрафт, она старая, но и она уже уходит на задний план. Есть очень много уже игр появились, которые по графике намного круче. По геймплею, да, согласен, они проигрывают, но по графике намного круче. Майнкрафт сейчас выигрывает только одним. Он выигрывает тем, что у него есть очень много модов, над ними работают, они очень интересны, и с этим не поспоришь. Но если взять ванильный Майнкрафт, ванильный, то есть базовый, который, собственно, вы покупаете, вы скачиваете вот с официального сайта, вы в него играете, вот он самый простой. Он уже давным-давно отстал от всех этих игр, вот, даже вот от этой игры, просто вот. Я точно буду в нее играть, я точно ее приобрету. Конечно, если она не будет там стоить миллионы рублей. Я надеюсь вообще, что она будет просто бесплатной. Но хотя, если она будет бесплатной, то, скорее всего, у нее будет какой-то гейм-шоп, в котором можно будет покупать что-то. Ну тоже, это же, кстати, не факт, что все это будет донат, и благодаря ему вы там будете проигрывать, а кто-то будет выигрывать. Нет, скорее всего, такого не будет. Это будет... Что ж такое там?
Это будет, скорее всего, просто там, не знаю, какие-нибудь, может, блоки будут продавать или что-нибудь в этом роде. Подробнее информации я не нашел, поискав в интернете. Я вообще очень мало нашел русской информации об этой игре. И до сих пор я ищу переводчика английского языка, который бы хотел бы заняться переводом. Я понимаю, что это слишком громко звучит. Как бы... Ну и работа эта такая, то есть чисто на энтузиазме будет основана. Но если вы желаете, то, пожалуйста, напишите мне в ВКонтакте, в приват, просто сообщение, что вы хотите. Мы с вами поговорим, и вполне возможно, вы будете тем переводчиком. Я вас буду корить, лелеять, носить на руках и тому подобное, потому что сам, к сожалению, я этим не могу заниматься. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, как можно больше лайков, потому что игрушка стоит просто множество лайков. Игра очень интересная. Блин, она затягивает, она... Я честно... Ой, это что такое? Это корни какие-то. Это... А, да, это корни деревьев, и как раз вот этот ресурс мне нужно найти. Точнее, его не найти, а мне скрафтить нужно будет. Шикарно. А, нет, найти. Шикарно. Отлично. Прям даже, смотрите, даже корни здесь есть. То есть, блин, вообще круто. Очень круто. Какое-то большое такое дерево. Тут, конечно, больше не на корни, а на какие-то червяка. Похоже на одного, при том, червяка. Хотя вот с краю видно, что это корни. С вас много лайков, с меня еще одна серия. Я постараюсь что-нибудь интересненькое в следующей серии показать. Хотя даже здесь... Лично мне даже вот это интересно показывать, потому что я бы с удовольствием посмотрел, потому что даже вот как это все выглядит, очень интересно, потому что не у всех есть доступ прямо вот сейчас вот поиграть. Если у кого есть, то как-нибудь, наверное, напишите, здесь можно добавить друг друга в друзья, и, может быть, присоединимся друг к другу, может быть, даже вместе побегаем. Я с удовольствием бы побегал с кем-нибудь в этой игре, потому что интересно посмотреть. Интересно, есть ли здесь PvP, как это вообще все работает, система, приват ли, есть ли, то есть двери, замки, ключи, там, сундуки, как это все работает. Очень интересно. И еще раз, с вас лайки, с меня следующая серия. Подписывайтесь на канал, с вами был Нильгорн. Всем всего хорошего, пока.